Михаил Светлов в разведке. Поворачивали дуло в синем холоде штыков, и звезда на нас взглянула из-за дымных облаков. Наши кони шли понуро, слабо чуя повода. Я сказал ему: «Меркурий называется звезда. Перед боем больно тускло, свет свой синий звезды льют». Он спросил: «А по-русски как Меркурия зовут?» Он сурово ждал ответа, и ушла за облака иностранная планета, испугавшись мужика. Тихо-тихо, редко-редко донесется скрип телег. Мы с утра ушли в разведку, степь и травы наш ночлег. Тихо-тихо, мелко-мелко, полночь брызнула свинцом. Мы попали в перестрелку, мы отсюда не уйдем. Я сказал ему чуть слышно: «Нам не выдержать огня, поворачивай кадышла, поворачивай коня». Как бежали мы сквозь сырость, как бежали мы сквозь тьму, не расскажем командиру, не расскажем никому. Он взглянул из-под папахи, он ответил: «Наплевать! Мы не зайцы, чтобы в страхе от охотника бежать. Как я встану перед миром, как он взглянет на меня, как скажу я командиру, что бежал я от огня? Лучше я ночной порою, погибая на седле, буду счастлив под землею, чем несчастлив на земле». Полночь пулями стучала, смерть в полуночи брела. Пуля в лоб его попала, пуля в грудь мою вошла. Ночь звенела стременами, волочились повода, и Меркурий плыл над нами, иностранная звезда.